Всем привет, мои дорогие подписчики! Сегодня мы поговорим про интересную колоночку с сайта GearBest со светомузыкой. Если вам интересно, то погнали! Начнем с того, что это вообще за колоночка. Это у нас Bluetooth колоночка. Также можно подключать и обычные полноразмерные флешки. Также можно подключать microSD флешечки. И также можно подключать CS-AUX. То есть это прям универсальный комбайн, так сказать. В CS все можете подключить. Это очень круто. Давайте быстренько пройдемся по органам управления. Первое это у нас вот такое вот управление всем этим делом. Всем музыкой, переключение треков и громкости. Мне это не очень понравилось. Это вот такое вот колесико, достаточно неудобно. И вот это, наверное, один из единственных минусов этой колоночки. Неудобно это все сделано, как-то заедает это все дело на обоих колоночках это. То есть это не чисто вот в это, а это в обоих колонках. Дальше у нас включение самой колоночки. Это у нас вот так вот влево это чисто включение светомузыки, а вправо это полностью включение колоночки. Дальше мы увидим мини-USB разъем для зарядки, разъем под шнурочек, USB, AUX и microSD карточку. В принципе, хотел отдельные несколько слов сказать про USB кабель. То есть все, думаю, знаете, что к товарам таким китайским даются самые дешевые USB. Здесь мне он понравился, здесь он сделан как такой, во-первых, он двойной, сразу с USB и с AUX-ом. Во-вторых, он сделан как вот эта вот лапша. Удобная вещь, так что можно даже чисто из-за USB покупать. Но это была небольшая вставочка. Сама колоночка выглядит, ну, достаточно прикольно. Вот он сам динамик находится здесь. Давайте я вам покажу, что все-таки здесь скрывается за этой самой светомузычкой. Вот что здесь все это скрывается. Если кому интересно, то можете узнать. Три LED этих лампочки здесь стоят. Что касается звука, достаточно она громкая. Вы все это услышите в конце. Также увидите светомузыку, хотя ее уже можно сейчас включить, чтобы вы смотрели. Классная колоночка, звучит хорошо. Также для каких-нибудь вечеринок, особенно если у вас их две, то это вообще какой-то супер будет вечеринка. Вот так, в принципе, это выглядит в обычный день. То есть не в темный. Я вам, конечно же, покажу и в темный. Можно подключиться как по Bluetooth, как по всем органам. Также, что касается аккумулятора, то здесь обычный нокиевский BL5C, которых можете за 1,5 бакса купить, и будет у вас целых 2 аккумулятора, что опять-таки очень-очень хорошо. Колоночка мне очень понравилась, свои деньги, где-то она чуть дороже 1000 рублей стоит, оправдывает точно, потому что классная колонка, можно ребенку купить, чтобы все это выглядело классно. Ну что, наверное, с вами я попрощаюсь, такой вот небольшой обзор, дальше вы увидите все это в темноте, также я вам сейчас включу музыку и с микрофона вы все это дело послушаете. Всем пока, ребят!